Чеснок это как оно, ну, чтобы оно как считало одно себя, ну, копия одну себя. Число пи это потому что всегда бывает лето, зима. Это когда все мужики пьют пиво. Число пи это, наверное, английское число. Это когда человек ходит пищей. Потому что она обозначает букву Э. Она похожа на букву русскую Р, но говорится П. Пи это она может еще как, но вот в алфавите может работать только одни, ну, можно напечатать одни пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи, потому что кто-то хочет писать. Потому что в этот день все пьют пиво. По 50 раз нужно пописать. У меня братик по 50 раз писает и какает. А чем? Ну, чтобы интереснее, кажется. Потому что англичане придумали себе число пи вместо числа 2. Надо выпить пиво столько, чтобы было число пи 350. 300 миллион 50. Не помню. Потому что придумали люди, они давно-давно это придумали за 50 лет.